Всем привет! Приглашаем вас на канал Многодетной Семьи Литвиных. В этом канале вы увидите обучающие видеоролики, как мы помогаем в огороде родителям, большие урожаи, правильное питание, продукты деревенские и многое другое. Подписывайтесь на наш канал, мы очень дружная семья. Подписывайтесь на наш канал, ссылочку вы найдете в описании. Всем до новых встреч! Когда-то очень давно жили да поживали себе милые коняшки. Потом к ним приехали машины и завоевали их. Потом эта вся армада начала нападать на мир. Вместе они завоевывали дома, города и села. И люди не знали, что с ними сделать. Но люди спустя некое время все-таки нашли решение. И создали машинку, которая сжимала этих всех монстров. Да ладно, это мы просто играем в этот, в как он называется, пластилин. Вот стенка, которая здесь, и дядя, который мне помогал. Подал я только что в центре мои документы нашей администрации Гороховской. Приезжают по понедельникам. Записи, понятно. Подал я документы на прописку Максима. Так что теперь Максим Борисович будет у нас прописан по нашему адресу. А сейчас на почту. Еще тут делом нужно порешать по месту. И будем ехать домой, смотреть, что там мои делают. А ну показывай, какие у тебя боты, слушай. Взял сразу, натянул такой довольный. Да, это мои теперь. Такие боты. А ну, это ты что, одел два или нет? Да. Это тебе мои. Да, это теперь твои тапочки. Да. Нравится тебе? Да. Это кто не смотрел, по ссылочку мы снимали, нам прислали вот такие тапочки Борисику. Ну все. У нас объедение. Мама с папой привезли две пиццы с города. Это пепперони, самая любимая наша пицца, по крайней мере, моя. И нам ее досталось очень много. Так, и это шипучий шоколад, который нам подарили. Смотрите обзор. Мы снимали, да? Мы да, снимали? Да, да. Давай тебе сюда, да? Давай сюда, и Анюта. Анюта свою пиццу забрала и ушла. И сейчас будем тут обидаться. Это Африка. А это вообще север у нас. Давай я разрежу, чтобы было... Что вы там, чем давай вы там вот занимаетесь, народ? Иди к нам поближе, видишь. Подожди, давай мы Африку отрежем. Это у нас Африка. Видишь, это все наклейки слева к Африке. Это кто смотрел обзорчик? А ты разобрал уже их, да? Да, они просто мешают нам зоопарк складывать, видишь. А вы зоопарк решили? Это у нас новая книжка с наклейками. Мы уже, кто смотрел обзорчик, я говорю, мы купили Боре книжку с наклейками. Угу. Ты корову хотел сначала наклеить? Да, корову. Вот корова. А куда корова будет клеить? В воде корова живет? На дно. Нет, сказал Боря. На скажи дно. Папе, скажи, то он не знает. Скажи. Нет. Нет. В пустыне корова живет? На песке, а туда наверх. Живет на песке корова? Живет, священная. Нет. Нет, она умрет, там верблюд живет. Вот, смотри, где верблюд наш? Там. Где-то там верблюд у нас есть. Здесь нет, и что? Здесь не живет. Здесь вот, тигр живет. Где? Тигр не живет в пустыне. А вот, вот смотри, верблюды в пустыне живут. Страус живет в пустыне, видишь? Понял? Понял. А здесь живет верблюд, тоже в пустыне. Нет. Ой, это ты, корова. А смотри, в лесу корова живет, в тайге. Нет, вернее, это Африка какая-то, да, сафари. А в Сибири в лесу живет корова? Нет. У нас ходят вон по лесу. Нет. А на ферме корова живет? Нет. Да. Да. Корова живет. Смотри, вот овечки бегают. Видишь? Курочки бегают. И коровы здесь место. Вот здесь корову поставить, здесь будут у нас коровы, а здесь лошади, да? Придавил морозец немного у нас. -46 сегодня утром. Сейчас 8:30 утра. Так что у нас морозы.
Давайте с вами заглянем и посмотрим, что тут делает папа. Папа, открывай! Давай. Папа тут ремонтирует элантру, да? Да. Аккуратно, аккуратно, ты не туда пошел. А я просто снимаю. У нас элантра поломана, там надо ее полностью поапгрейдить. Поапгрейдить, правильно. И папа ее тут в гараже чинит. Стойки меняем, все, нужно сейчас, чтобы ты мне помог, сына, шрусы поменять. Все, папа зачем-то полез под машину. И зачем ты туда полез? Буду снимать. Потому что эти привода буду снимать, потому что на месте не получилось выбить. А раз на месте не получилось выбить, то надо снимать его. Так не хотел я это сделать, но пришлось снимать. Здорово, Боречка! Как это? Отсюда сядьте как? Вот так, носа тут платычка. Да, это у нас остро... Это будет вулкан, Боря? Нет, это платычка. Вот тогда это должен быть вулкан. У нас тут с Борей целый мир. Мы тут строим разные острова. Речка течет. Правда, для вас речка кажется какой-то светлой. А на самом деле в раз пять темнее. Она такая синяя полностью. Да, Боря? Да. Ну, сейчас тут сейчас сломать. Пыва-пыва-пов. Или Боря построить гигантскую акулу. Да, вот такую вот. Гигантскую акулу сделать, она будет плавать у нас в море. Да. Восемь. Да. Гигантик взял акулу. Угу. Вывел жену на прогулку. Ох, ребята. Вышли тут обзорчик тачек снимать. Шикарные тачки, но об этом будет отдельное видео. Я говорю, Боря, сними, как хрустит снег. Это утром он снимал, показывал вам, сколько было. Сейчас минус 36. Слушайте. Это что-то просто! Ну, это же не тот мороз, что в этом, в Украине. Там влажность большая. В Украине, да, климат немножко другой. Мы привыкли видеть к другому, но здесь прям даже это... Так хрустит, выходишь, аж идешь, думаешь, ого, ого. У тебя, знаете, он уже иней на волосах появился. Сразу по снегу, кстати, уже по хрусту, когда здесь живешь долгое время, по хрусту начинаешь определять снега, температуру примерно. То есть ты понимаешь, до минус 30 снег хрустит примерно вот так. Когда уже неестественные морозы, ну такие, под сороковник, уже снег хрустит по-другому. Это свой этот термометр, так сказать. Да, да. У нас одно из утр. Сашуня английским занимается. Меня осталось папа чай всего допивает. Борюсик тут пластилином вытворяет. Вот и вот. Паша тут английским занимается. Со своим репетитором. Анюта там в своей комнате занимается. Не будем ей мешать. Пойдем посмотрим, что Тёмка делает. Тёмка тут задумался. Что? Задумался? Да. Чем занимаешься? Математикой. Математика. Ну давай, еще давай. Потом у него решение задачи на нахождение четвертого пропорционального. Ну давай. А самый младший на заправке. Я сплю. Шу. Спи, спи, хорошая. Да, тихо. Да. Пожалуйста. А может, тут первый босс? Поздно. Как же эта игра называется? Надо ее обязательно скачать. Классно получается. Что? Классно получается, говорю у вас. Что? Таганданкать. Таганданкать.
мое стекло прослужило мне пару лет, потресканное. Покажи, только ты напротив монитора покажешь, не видно. Напротив черного надо. Вот так вот, да. Ой, какое красивое. Долго ты мне, два раза оно у меня падало. И вот так стекло у меня защитило экранчик. Покажи экран сам, какой хорошенький. Экран целенький и чистенький. Поэтому, ребят... Привет. Такие стекла просто жизненно необходимы, если не хотите снова покупать планшет за 10 тысяч. Стекло 300-400 рублей стоит, 400. А планшет десяточка. А установка минимум. 600. Ну да, так что давай. Подставка под лицо. Привет. Я его немножко по-другому не держу. Это ты его так носишь, да? Вот у него нужно еще определенную позицию, чтобы он не плакал. Да, сына? Скажи, мне еще не по-всякому нравится лежать. А вот так ему нравится на животике, вниз головой, он все видит, ходит, смотрит. Не вниз головой. Ну, я имею в виду вниз лицом. Вниз лицом. Вот такая позиция ему очень нравится. Хотя в роддоме он так не давал себя держать. Ему вообще никак не нравилось, кроме как лодочкой у мамы в ручках. Да, а теперь лодочкой у папы в ручках. Это Боря его держит, пока я пытаюсь покушать. Говорю, носи его. А то все позавтракали, я никак позавтракать не могу. И теперь новое стеклышко мне Боря сейчас установит. И красота. Еще пару лет прослужит, я думаю. Надеюсь, я его бить не буду уже. Хотя смартфоны и руки – это такая непредсказуемая комбинация. Они все время норовят оттуда выскользнуть. И куда-нибудь упасть.